Исчезли миллионы в биткоинах, о которых хвастался известный рэпер 50 Cent. Американский певец Кёртис Джексон в новом заявлении на банкротство сообщил, что не владеет биткоин-счетом или биткоинами. Напомним, ранее исполнитель считался одним из первых музыкантов, начавших работать с криптовалютами. В 2014 году в соцсетях 50 Cent писал про удачное решение обменивать альбом Animal Ambition на криптовалюту. Продажи альбома принесли исполнителю 700 биткоинов. На сегодня его заработок мог бы оцениваться приблизительно в 8 миллионов долларов. Однако в 2015 году 50 Cent отказался от своих слов, объявив о банкротстве. Он утверждает, что его слава биткоин-миллионера была всего лишь преувеличением СМИ.